Приветствую всех любителей карфишинга. Привет зрителям моего канала. С вами снова Найт. Сегодня я хочу поделиться своей новой покупкой, а именно палатки, которую я так долго мечтал. Сейчас ее попытаюсь установить, засечь время, посмотреть все плюсы, минусы, ну и вообще, что на себя представляет. Ну что, приступим? Вот она моя мечта. Fox Royal Eurodom 2XL. Внушительных размеров, конечно, она. Но я к этому готовился. Я знал, что покупаю. За это никто не платит, это не реклама, но это действительно одна из лучших палаток, особенно для спортсменов. Весит она, конечно, очень много, но трое суток вдвоем в ней будет очень комфортно. Это уже новая модель, она с полом на zip-молнии и капсула у нее уже. Это у нас отдельный чехол под пол. Достаточно крупная молния. Это отдельный чехол под капсулу. Если кто-то не желает ее устанавливать, можно положить в отдельный чехол и с собой не возить все время. Ну, это окна. Вот это я пока не знаю зачем. Это, я так понимаю, передние стойки. Да. Капсула уже пристегнута. Ну, колышки достаточно длинные. Ну и, собственно, сама палатка. Я принцип общий знаю, как устанавливать ее, но подобных палаток ни разу не устанавливал. Заодно сейчас попробую засечь время, за сколько мне удастся одному ее установить. Thank you.
крышу открыть нельзя, что ли? Да, конечно, высота этой палатки впечатляет. У меня рост 173 сантиметра, я хожу, даже не касаюсь верхней части с капсулой. Конечно, пониже на сантиметра 3-4, наверное, может побольше чуть-чуть. Но это точно, я ребятам скажу, целый дом. Стоит она как вкопанная. Сейчас попробую пристегнуть пол. Устанавливать, конечно, с капсулы ее намного сложнее. Не знаю, почему она была пристегнута уже. Я думаю, минут за 15-20 одному ее реально установить. Ничего здесь сложного нет. Тем более, я устанавливал первый раз. Да, пол с достаточным зазором. У меня палатка растянута практически идеально. Ну, супер, конечно. Я в восторге. Конечно, своих денег она стоит. Сделаем максимально проветриваемый. Сегодня достаточно жарко, но ветерок прохладный. Посмотрю, как будет комфортно в ней. Так и можно, как я понял, натянуть максимально возможно. Ходят волны. Очень удобно, конечно, когда неровная поверхность. Чуть-чуть наискосок поставил. Ветроустойчивость, конечно, у нее не то что у шатра. Спокойно вместится сюда две раскладушки, и еще остается достаточно широкий проход. Из капсулы можно достаточно холодную погоду комфортно в ней ночевать, и в жару вот достаточно широкие окна, остается только вот по бокам чуть-чуть места, ну и крыша. Thank you.
палаточка. Не палаточка, как вы видели, целый дом. Очень впечатлило. Чего ожидал, как говорится, то и получил. Ну что, всем спасибо за просмотр. Кому понравилось или будет полезным, ставьте лайки. Всего доброго, пока!